и вниз туда. Нет. Ну не, подожди, вы понял? Да, да, да. И направо. Ну все, да, я понял. Принял. Давай, сейчас вас шлагбаум откроют. Еще, еще, еще. Проходишь? Что по информации? Пища? Что там? Первый вот этот этаж, обойди, посмотри, может где-то с окон, еда на плите горит, может где-то дым идет. А, они не знают, какая квартира? Женщина с пятого вызвала, потому что запах стоит. А, ну я чувствую, да. Да, запах с первого, но нет. А тут не обойдешь, Макс. А, да, она может, да. Дым, дым типа, посмотреть. Может? А ты далеко, давай, ты с этой стороны, я стой. Ход, Эл, возвращайтесь в подразделение. Принял. Да, я понял. А что, нашли? Да, да. А где было? А прям дым шел, да? Не, ну сухари пошли. Отсюда, сэр. Вот там. Куда? Заезд оставил, а куда заезда нет. Брать машину. Не можешь себе брать.
стой, далеко не стой. Ты гений, братан. Давай, рука. Квадратов 20, не больше. Возможно, от погрузчика. Или, а, вон в холодильник там, да, стоит, смотри. А? Типа чего? Еще надо сидеть, если не залазить. Пошли, 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 пошли. Кувалду и этот возьмите, и хулиган. Хулиган, где? Я не вижу дыма вообще. Да пока не видно, нет, нам люди показывают. Нет, мамайки, мамайки. Вон, вон, дым идет, вон. Да, я позвоню потом. Это пища, скорее всего, на плите. Там кто-то может быть? Нет, 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 он нет. Он глухой, слепой, что с ним? Нет, он уехал. Его нету, да? Его дома нету. Кто-то может дверь так придержать? А кто его? Да, это пища. А? А, молодцы. Его нету, да? Не, не дозвонюсь, я звоню. Давай пробуйте. Ладно, да, дверь придерживаю. Заходим, парни. Позвонился. До него? Только что. Влазовик. А, Влазовик? Ну пусть сразу себе этот нанимает. То человека вызывает, который, да, сварщик. А что, у него и замок развалился? Нет, нет, мы аккуратненько спилили ему. А? Открыли. Да, все хорошо. А что там? Кастрюля, да. Да. Что, пацан, сможем его перевернуть? Да, нет. Карпо, что это, масло, не масло, что это? Да, да. Привод вырвало.
Да вот здесь вот будет заходить. Слышишь? Я понимаю. Давай, ладно. Давай туда. Лестницы нету. Там на второй этаж пошло и под кровлю. Просто чтобы вот эта половина не ушла под эту кровлю, чтобы пришлось не долбать. Мы сейчас отсекли вот это надо сейчас. Так, а тут люди вообще не живут? Вообще ничего, там вообще завалено все. Просто залезть нету, там ступенька сейчас сгнила, упала. О, попал, молодец. Я вижу, куда ступать. Ступай, вот так дави туда. Давай. Поднял? Да. Все, 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 все. Все, пока. Да без разницы куда, главное его загнуть. Чтоб ты мог сюда поливать. Попадай! Нормалек! Это последние бараки такие, потом дальше бараков уже таких не будет. А ты представь себе раньше, как вот так бараки тушили? Ну вот это, барак. Ну что там, есть что-то внутри? Нет, нету. Один шар. Баллон убираем. Убираю, убираю. Ничего нет, никого, да? Нет. Давай туда, рука. Это ее дом. Все, все. Алло. Отсюда сейчас все заходим. Дверь надо открыть. Верхние сними, прольем. А тут кисло. Все.
мне туда надо, прямо. Я не хочу туда, дальше, давай, да. Передайся в тепловизор, притащили. Так, тут дверь, я открываю у тебя дверь. Подожди, дверь закрыта. Вот сюда пролей. Да это херня, дверь закрыта, а там горит. Катя, заверь. Там сильно позвонишься. Правда. Я посмотрю, что здесь вообще. Так, бери ствол, пойдем сюда, топор оставь, ставь пока. Над головой. Над головой здесь, это ерунда, мне надо впереди. Посмотреть, ствол не прогорел. Держи. Подожди. Здесь нормально. Все. Только крыша. Это не нужно. Я сразу у скоряка спросил, что, говорю, есть там люди, вы всех забрали? Он говорит, да, но там, в принципе, и не сильно, это правда. Это перестраивалось. Помеху создала и чуть ударила. Да, и я прилетел туда. Да. Я спросил, говорю, как расстояние, пока нормально, говорю. А ребенок? Теперь на другую сторону. Не-не, ее ну, ребенок, на который сидит, ты говоришь, живой на седьмом месяце. Ну как? Вот я спросил, он говорит, она нормально, значит, ребенок. Она еще едет? Все, толкай. Заезд 12-му дому. Гидан прямо, если ошибаюсь, Вадик. Вот здесь вот сразу на углу. Да? Выходим. На, подсоединяй. Вадик. Выше поднимите сюда его. Горячо.
Скажи, чтоб лестницу тащили, мне перелезть надо сюда, вовнутрь. Еще. Чтоб я дверь пролил. Больше парит большинство. Мусор, да, какой-то? Да, сейчас. Компактом подбью. Бери дверь с той стороны. Вытягивай ее. У нас три рукава, Вадик. А, да. А, сюда кидает. Что, не будешь? Не, закрывай. Воду давай! Зачем он отбирается на спад? Нет. Игла! Крутани налево! Потяни чуть-чуть, Леню. Ушло. Так, давай. Потяни, чтобы здесь не залить. Давай. Много нужно? А ну еще давай чуть-чуть, чтобы покой можно было. Обойди вокруг, посмотри на второй этаж. Не ушло, ничего там. Ага. Что, лестница отбой? Да. Нифига себе. Когда я приехал, уже никого не было. Последние были, которые не было.
Давление нормальное, ну но не нужно уже. Что? Что там, Андрей? Если тут все пролили, все, что можно линию убирать. Волжская. Да. Да, бомжатник. Что может делать? Готовят или еще что-то? Надо посмотреть, чтобы это ничего не горело, да. Ничего нет. А, да, Ива. Бомжи тут что будет. Да, да, пока так побегать. Давай. Сейчас обойду. Ладик, что там? Есть? Вообще ничего нет. А прикольно он, что ли? Ну запах гари чувствуешь? Да есть. Ну вот, жгли. Чё жгёшь? Еду готовят. Все нормально. Осторожно, парни.
Пролить можно? Кайфовали, да? Аккуратно, гузая, гард. Слово взял, да? Уже пальма гореть начала. Выше иди. Можешь отключиться тут нормально? Какие вы молодцы! А это что? Еще что? Кафе тоже, да? Или нет? Наверху там нет, ничего не ушло, она? А там ничего нет. Нашел? Там верх открыт, низ закрыт. Верх болтает. Низ закрыт. Там снизу приваяно, не трогать. Это открыть, ключей нету у хозяина. Ну, вандалы. Вот, вот она и дымит. Уже дыма, зашел бы посмотрел. Что-то я вижу, что-то я там... Вот сюда, вон там стоит. Ваня, работай. Нет, свет погасило. А что? Ну, там, там дыма такая. Если было вот море дельфинам, вот, стал дельфином я красивее. Я уже я надо этот, может снять? А, слышь, тут горело, да? Наверное, это, надо разобрать. Это. Ну да, надо снять. Стой сейчас. Да. Держи. Здесь все чисто. Все это, да, накапало просто херня. Где, видно? Огонь, видно открытый? У вас? А двери что? Дверь открыта, а куша не видно. Я вот только делаю к вам. Да я под навесом сейчас сделаю, я зайду за вас.
Я пока включаюсь. Все, принял. Никита, дай открывай. Вижу. Страшно, на что? А лучше туда не скинь. Да, пусть выведем пока. А? Пусть воду выведем. Да. Что, горело? Херня. Фонарик не взял. Че, видно, что? Стой, не закрывай. На. Так они все сидят, слышь. Че, прикалываются? Это точно? Не знаю, что горит, непонятно. Вызов ложный.